Да, сегодня выходной день, и я с сыном пришел в музей авиации Швеции. И вот здесь есть всякие кабинки, где ты можешь полетать на этих самолетах. Кстати, это вот наш русский самолет Як-52. И здесь и их реставрируют, работают с этими. На них летают это все рабочие самолеты. Довольно-таки большое помещение. Здесь все марки самолетов. Вон взлетная полоса. Кстати, у нас из Вестероса теперь можно летать в Испанию. Здесь приземляются эти пассажирские самолеты. И летать в отпуск из Вестероса. Это круто. Это вот взлетная полоса. А это история самолетов, которые сегодня живут, на которых сегодня летают, и история, которая была давным-давным. И тут, наверное, военные, я так думаю, какие-то самолетики. Каждый может потрогать, посидеть, порулить. Такие вот вертолетики у них. Это, наверное, военные, бывшие. О, моторчики ихние, тырчики для мопедов. Может, для мотоциклов тоже. Вот это, наверное, для мотоцикла. Хороший мотор. Это, наверное, военный все-таки. И это, наверное, военный. А вот этот мотор на велосипед. Наверное, так. Вот интересные самолетики. Поэтому билет недорого. Интересно, можно посмотреть, полетать на них. Здесь сын мой сегодня купил время, чтобы на тренажере, специальный тренажер, который реальность настоящая, и он будет целый час лететь из Швеции на Северный полюс. Там должен приземлиться и обратно. Не знаю, как все это
Но в течение часа я должен снимать этот жестокий. Вон чувак летит на деревянной торшерке. Трак-так-так-так-так. Вон планеры. Интересные. Все это история. Но вот этот Як-52, конечно, красавец. Они реально его в какой хорошей форме держат. Наверное, очень нравится он им. Со времен войны, наверное, остался здесь. Ну что, пилот, ты готов сегодня сражаться? Давай, побежди. Здесь вот покупаешь программу, садишься в это кресло и начинаешь лететь. Но все равно этот самолетик, вот на нем бы полетать, было бы весело. Реально интересненький. Пока-пока.